Друзья, добрый день. Очередной видосик о моем жутком пчелопакете. Показывал неделю назад, как считал мисочки, маточники, обламывал их. И, наверное, меня неправильно поняли, или я не до конца донес свою мысль. Дело в том, что обламывая маточники, не хотел победить роение. Единственное действие в целях предотвращения роения, которое, скажем так, сделал, это смена пленки на холстик. Правда, сейчас его вчера поменял обратно на пленку, потому что они мне его за неделю прогрызли до дыр, поэтому вчера заменил его. Так вот, менял пленку, и то, значит, как доказательство того, что этот способ не сработает, ну, просто мне многие писали, что в таких вот ульях, да еще и с пленкой сверху, там жарко, жутко, и, в общем, короче, пошло-поехало. Ну, а так, чтобы доказать самому, ну, и подтвердить, собственно говоря, свои действия. Значит, как таковых вот конкретных кардинальных противовырых мер еще не принимал. Дело в том, что ждал главного взятка. Зачастую у меня в конце июня-июля очень хороший взяток, цветет сныть, очень хорошие привесы. И когда семьи входят в роевое, то такой настрой, значит, как бы они сохраняют до середины или третьей декады июня. А дальше цветение малины, сныть, плавный переход на кипрей. И сбивает, собственно говоря, любые, собственно говоря, настроения роевые. Вот. А так как сныть зацвела около 2 недель назад, собственно говоря, я ожидал, вот, что пчелка там загрузится работой. И все будет окей. Ну, как видно, ошибся. И теперь вот надо будет что-то делать. Изначально покупал пакет для лежака, в полной уверенности, что, собственно говоря, принесет мне результат. Какой-то. Вот, ну, так и будет. Только, собственно говоря, не в лежаке, а в других семьях. Значит, сейчас я здесь весь расплод заберу, перенесу в другие семьи, максимально усилю их, и, собственно говоря, они мне и дадут результат. Естественно, не без помощи получается уже этого пчелопакета. То есть результат поэтому получу все равно. Значит, обычно я применял противороевые меры. Это или формирование отводков, или метод Демари. То есть таким вот образом делал. Сейчас плюс лежак, плюс вариант такой Демари не очень здесь подходит. Не очень удобен, скажем так. Поэтому применю другой способ, который не пробовал ни разу, но хотел попробовать. Ну, собственно говоря, тем будет интереснее. Это подсадка, собственно говоря, роя на лощину. Показывать, наверное, весь процесс не буду. Ну, собственно говоря, тут ничего сложного. Проще рассказать. Значит, первое. Найду здесь матку. Можно и не искать. Ну, мне для собственного, скажем так, спокойствия будет проще. Найду, отставлю пока рамочку в сторону. Второе. Заберу все рамки. Отсюда вообще все. Предварительно стряхнув пчелу. Стряхивать не буду. Здесь стряхивать буду прямо в улей. Далее поставлю 10 рамок вощины. Ну, потом через сутки, может быть, немножко добавлю еще пару рамок. Ну и четвертое, возьму матку с рамки, которую отставлял. И отпущу ее просто сверху на вощину. Все. Вот, а рамки с расплодом, засевом и медово-перговые раздам, собственно говоря, другим семьям. Ну, естественно, удалив там мисочки, какие есть, маточники. Тем самым сразу усилю их. Вот. Что получится, посмотрим. В любом случае, интересно попробовать что-то новое. И, собственно говоря, лежак представляет мне такие возможности. Здесь, может быть, под силу семья как-то пока, не знаю, слабовато. Ну, посмотрим. Конечно, если генетически это пчелопакетик безумно ройливый, то эта процедура, собственно говоря, наверное, решит проблему только на этот год. А на следующий год уже мы можем думать о том, как либо сменить матку, либо породу в целом. Но это все будет уже следующий год. Вот для себя сделал вывод, что такие пчелопакеты у этого производителя брать, наверное, не стоит.
Хотя, говорю за себя, возможно, кому-то повезло, у кого-то пришли хорошие пакеты. Ну, ребят, это здорово, рад за вас. У меня пришли такие, какие, собственно, пришли. Ну, сами все видели, все показывал. Так что, поехали. Нашел матку, убираю ее в сторонку пока. Сейчас отпускаю ее просто на суд, аккуратненько стряхну. А лишнюю пчелу также сейчас туда. Ну, вот видите, поставил даже 12 рамок. Пчелы тут достаточно много, поэтому ну так вот оставлю. Да, завтра посмотрю. Если к вечеру либо утром начнут уже строить вощину, значит, по идее, все нормально. Зацепились и слететь не должны. Ну и здесь еще открою, поставлю в режим литки, вот в такой вот режим, чтобы на всякий случай матка не улетела. Потому что вроде как бывают случаи, когда уходит пчела, поэтому рой улетает, поэтому чтобы этого не было, вот так вот сделаю. Все. Ждем.